моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии нипочем. За Артема! За кого нам пить-то? За чего? За тебя только. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя! Давай, Тёмка, за тебя. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалии? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. О, точно, надо проверить. За удачу. Будете и за Артёма. Не заходите. За тебя. Спиртяжка, что надо. Ух! Так что там с вами произошло-то? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мы не попасть. Такая скука торчать в этих трущобах на юзе. Короче, мы вроде как прошли сквозь. Вы грубые судоводы. Как смеете вы препятствовать мне? В тот самый я момент, имею полное право свободно передвигаться в метро. И пусть я погибну, зато я сам сделал я этот больше выбор. Не могу терпеть. Да. Что ты сейчас сказал? Так что она отстреливается. Спасибо. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. А я тоже выпью за такого распрекрасного пацана. За Артема. Вы правда прямо на дрезине? Ты, Артём, ехали? Тебя тут ищет один человек. Вот там, в проулке. Вау, он такой большой, такой страшный. И от него нехорошо пахнет. А? Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Похоже, мне пора. Спасибо. Пошли со мной. Эй, чего отстаешь? Догоняй! Ты где там? Эй, чего отстаешь? Подойди-ка. Ты Артём, да? Пока. Садись. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта грёбаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход, местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это тебе аванс. На дорожку отовариться. Ну чё, готов? Давай, по-бырому только.
Привет, малыш. Ну да, я разговариваю не с тобой, а с твоим малышом. Думаю, с ним мы договоримся быстрее. Горсть патронов за ночь в огне. Возьми меня, я вся горю. Но быстрее, а то могу и перегореть. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый груз. Искусство живет вечно.